Центре развития маунтинбайка состоялся открытый чемпионат и первенство Чувашской республики по фитнес-аэробике. Это грандиозное событие является традиционным и прошло уже в 11-й раз. В соревнованиях приняло участие более 700 спортсменов со всех городов и районов Чувашской республики. Кроме того, свои первые шаги в спорте показали и дошколята. Ведь собрать и организовать и научить чего-то маленького ребенка 3-4 года – это большой профессионализм. И мало того, не потерять их здесь. И еще чтобы этот ребеночек что-то синхронно и эмоционально и правильно делал. Вы видите, что никто не повторяет. Раньше они вставали тренера перед ними, и они повторяли за ними. А сейчас эти маленькие детки сами занимаются. По словам организаторов, главной целью таких мероприятий является обмен опытом между спортивными школами и популяризация фитнес-аэробики. Как отметил депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Анна Спиридонова, каждый раз такие соревнования приводят зрителей в восторг, и ряды молодых спортсменов пополняются. Дочка вот у меня сама сейчас собирается начать ходить, заниматься. У меня дочери 11 лет. Она увидела тоже по телевизору, между прочим, по вашему телеканалу ЮТВ, как детки занимаются, и говорит: мама, я тоже хочу. Председатель общественной палаты Чувашии Алексей Судленков отметил, что занятия фитнес-аэробикой положительно влияют на духовное и физическое развитие детей, формируют у них силу воли, стремление к победе, а также красивую фигуру. Занимаясь фитнесом, во-первых, девочки становятся очень красивыми. У них великолепная походка, они стройные, они здоровые. Мальчики становятся таким же подтянутыми. Мальчики учатся уважению, воспитываются уважение к девочкам. Здесь это ведь не просто спорт. Это спорт, который формирует, который способствует воспитанию, который формирует человека. Соревнования проходили по трем дисциплинам – аэробика, степ-аэробика и хип-хоп-аэробика. Возраст всех участников от 3 лет и старше. Участники проявляли свои творческие таланты, спортивную подготовку и сплоченность. После своих выступлений члены команды «Солнышки и малышки» поделились своими впечатлениями от соревнований. Нам очень нравится все, что происходит здесь, все, что происходит в этом зале. Тут очень много энергии, позитива. И всего-всего разного. По итогам соревнований каждой команде вручили сладкий приз, победителям кубок, а призерам соответствующие дипломы и медали. Кроме того, эти соревнования с этого года являются отборочными на чемпионат и первенство России, который состоится 30 марта в Москве. Ольга Василик, Екатерина Янгалакова, «Жизнь столицы». Спасибо!